Несмотря на дождливую погоду, в воскресенье в Доме культуры народу было много. Все пришли поддержать благотворительную акцию «Твори добро». На собранную сумму, благодаря людям, сегодня народ был, несмотря на непогоду, за что я очень тронута и очень благодарна. И примарно ж был, за что огромное спасибо Иван Кюксал. Также и всем огромное спасибо за то, что пришли. Все собранные средства пойдут на приобретение лекарств, продукт питания. Важность проведения благотворительных акций отметила депутат парламента Республики Молдова Ивана Кексал. У нас в душе грусть, и те песни, которые звучат, они доставляют нам удовольствие, радость. Спасибо нашим артистам. И никто и никогда нам не запретит петь песни, к которым мы привыкли, помнить наших отцов и дедов и продолжать жить и дарить добро и счастье нашим людям. Я хочу подарить этот букет прекрасному человечку с большим сердцем Елене Акбаш, потому что это человек, который на протяжении уже долгого времени оказывает такую поддержку людям, которых, к сожалению, мы порой не замечаем. Ее добрая рука дотягивается до самых отдаленных краев наших сел, населенных пунктов. И мы безмерно благодарны ей за такую помощь, которую она приносит в дом нуждающимся. Примар города Камрад Сергей Анастасов также остался неравнодушным к благотворительной акции. Благотворительный концерт тоже посвящен этому дню. Поэтому мы благодарим ее, благодарим тех, кто помогает тем, кто нуждается. И всех жителей, которые сегодня у нас присутствуют на нашем концерте. Жители города Камрад получили массу впечатлений от концерта. Спасибо большое организаторам. Огромное удовольствие получили почаще бы такие концерты. Такой концерт организовали. Артистам большое спасибо, большое удовольствие получили. Концерт прекрасный. У меня здесь дочка выступала и внучка выступала. Мне очень понравилось. Я считаю, что это действительно концерт, хорошая помощь для сегодня малоимущим. И тем более для детишки или старых людей, которые либо лежачие, либо они не могут эту радость поделиться. Поэтому, скорее всего, надо больше таких концертов делать. Отделу культуры и людям более ближе быть тем, которые сегодняшний день как бы отделены от нас. Дай Бог им здоровья. Концерт, организованный творческим коллективом Дома культуры города Камрад, а также волонтером Еленой Акбаш, длился больше 3,5 часов. Деньги, собранные в ходе марафона, направлены на помощь пожилым людям, чтобы они смогли подготовиться к пасхальным праздникам. Ирина Караман, Влад Табачук, Артем Топал. Новости ГРТ.